Ребят, доброе утро. Проснулись мы сегодня уже на Рассольном. На улице -28, прекрасная погода. Смотрите, какая у нас шикарная получается кухня. Здесь у нас чисто будет, как столовая. А в домике спальные места. Как бы все вообще отлично. Сегодня поставим печку, которая будет обогревать. И также будет на ней будем готовить кушать. И здесь у нас сегодня встанет уже биотуалет. Всех с наступающим, ребят!